Всем привет! Сегодня я вам покажу, как выглядит приют для животных в Южной Калифорнии. К сожалению, 5 мая этого года у нас с заднего двора пропала наша собака, 6-летний померанец Джерри. Найти мы его так и не смогли, но 22 мая в базе появился еще один померанец без фото. Мы решили, что это наш, вот именно в этом шелтере, куда мы сейчас едем. Когда мы приехали, к сожалению, это оказалась не наша собака, но очень похожая, и мы заполнили на него заявление на adoption, ну, на усыновление, чтобы его взять. У собаки был чип, поэтому по закону они ждут 10 дней, на тот случай, если хозяин передумает и все же придет забрать. И вот мы приехали, мы каждый день приезжаем, навещаем этого померанца, и сейчас я вам его покажу, а также других животных, которые здесь содержатся. Let's go! Вот так выглядит шелтер. Здесь находятся животные, которые были сданы хозяевами, либо найдены на улице, либо спасены из каких-то других условий. Любой может прийти, заполнить заявление, и если заявление будет одобрено, то животное отдадут первому одобренному, как это сказать, заявителю. Даже черепахи есть. Вот такие песики. Вот хороший песик. Нашего песика нету, наверное, его вывели. Нам придется его подождать. Вот он здесь, Тео, сосед наш. Where is your doggy? Let's wait. Probably somebody take him for a walk. We are waiting for him. Вот тут еще собачки есть. Тут находятся две собачки. А, уже кто-то берет ее. One more pomeranian. Cutie, cutie. Cutie baby. Yes, Kitty. Oh, so beautiful. So beautiful, Cleopatra. 5 years old. So beautiful. Of course she's sad. She doesn't want to be in cage. Кися. А вот эта малышка поступила вчера, и ее уже забирают. Вот здесь вот написано, сдана была хозяевам, и уже кого-то одобрили. Вот на такую красивую малышку. Скорее всего, эта собачка была ее компаньоншей, но ее, к сожалению, никто забирать не хочет, не видно, да? Cutie, cutie doggy, cutie doggy. Let's go. 1 year.
Видите, какой холёсик. Видите, какой холёсик. Видите, какой холёсик. Yeah? Hello, baby. How are you? Baby, how are you? He's just like running away yes. faster. Yeah. Give him hand. Give him hand. He's happy to see you. Yeah. Yeah, he likes me. He likes you. Вот такой небольшой экскурс в Animal Shelter в Южной Калифорнии. Навестили мы нашего, а может быть и не нашего малыша. Заявление на adoption мы заполнили первые, но одобрят его или нет, мы не знаем. К сожалению, там было указано после evaluation, что собака не рекомендуется в доме, где есть дети младше 6 лет. Я не знаю, будет ли это решающим, потому что они выбирают того, кто возьмет собаку, в интересах собаки, а не в интересах того, кто берет. Поэтому пока мы не знаем, одобрят ли этого красавчика нам. Будем надеяться, что одобрят. Ну, а если выберут кого-то другого, значит, такая судьба у этой собаки. А мы будем искать другую. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!